Из всех достопримечательностей столицы Башкортостана центральное место занимает Конгресс-холл. Это величественное здание, часть архитектурного ансамбля в центре Уфы, на берегу реки Белой. Уфимский Конгресс-холл известен всему миру тем, что в 2015 году здесь проходили саммиты БРИКС и ШОС. Эти мероприятия сильно изменили облик города. Построены дороги, проложены коммуникации, более 5000 объектов приведены в порядок. И все это за 2 года до встречи глав государств. Сегодня Уфа стала выглядеть как европейская столица, и опыт преобразований может пригодиться другим. Именно современный подход к развитию муниципалитета стал одним из оснований для проведения в Уфе масштабного мероприятия Союза российских городов. Уфимский форум лучших муниципальных практик стал уже 4-м по счету и собрал делегации 68 городов. Причем не только России. Впервые форум вышел на международный уровень. В нем принимали участие представители Китая, Южной Кореи, Великобритании, а также Республик СНГ. Я хочу поблагодарить руководство Союза российских городов за неоценимую помощь муниципалитетам. Вы помогаете нам более эффективно осуществлять свою деятельность, вносите большую лепту в развитие местного самоуправления. Задача у нас у всех общая – сделать наши города комфортнее, красивее, лучше, безопаснее для жизни и отдыха жителей. Союз российских городов – одна из наиболее авторитетных организаций страны. Был создан в 1991 году и уже 25 лет занимается развитием местного самоуправления в России. Дискуссионные площадки в рамках мероприятий Союза позволяют главам муниципалитетов делиться опытом работы, обсуждать наиболее актуальные проблемы и находить конструктивные пути решения. На форуме подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом российских городов и Конгрессом муниципальных образований страны. Основной задачей нашей площадки в этом году будет апробирование механизмов внедрения лучших муниципальных практик. На форуме будет работать 12 секций, среди которых культурная самобытность и идентичность российских городов, успешные передовые технологии в разработке и реализации муниципальных стратегий, ЖКХ «Новое качество жизни» и другие. Одним из первых на пленарном заседании прозвучал доклад главы Самары. Следует отметить, что самарская делегация была наиболее представительной. Руководители городских подразделений приехали, чтобы рассказать о своих наработках, а также изучить опыт других городов в решении вопросов развития. Олег Фурсов рассказал о сотрудничестве с городами-партнерами. В числе партнеров Самары 24 города, 11 из которых находятся за рубежом. Один из городов Старозагора – побратим Самаре, и это сотрудничество принципиально важно для всей России. История побратимских отношений нашего города и города Старозагоры насчитывает почти 60 лет. Официально они были закреплены Всемирной Федерацией Проединенных Городов в 1957 году. Хотя, как говорят историки, фактически взаимоотношения Самары и Старозагоры начинаются в 1876 году. В те времена Россия протянула руку помощи Болгарии, находившейся под властью Османской империи. Отношения выстраиваются не только в сфере торгово-экономических связей, но и в области культуры, науки, образования, спорта. В этом году в Самаре проводятся мероприятия, посвященные российско-болгарской дружбе. Это связано с юбилейными датами. 140-летием знамени, которое было изготовлено в Самаре для болгарских ополченцев. 60-летием побратимских отношений с городом Старозагора и 50-летием Самарской улицы, построенной и названной в честь этого болгарского города. Еще один принципиально важный для Самары партнер – Штутгарт. Четвертьвековая история взаимоотношений с этим городом выстраивалась в основном в сотрудничестве университетов Самары и Штутгарта. Создан совместный исследовательский институт перспективных двигателей. Города регулярно обмениваются научными делегациями. Формируется так называемая народная дипломатия, которая, несмотря на все сложности политического устройства мира, делает этот мир стабильным и дружественным. Установление крепких дружеских связей между отдельными городами помогает обеспечить интегрированность нашей страны в мировую экономическую, правовую, культурно-образовательную среду, делает возможным более активное развитие экономики, способствует внедрению новых технологий, сохранению и приумножению культурных ценностей. Мы видим, что вне зависимости от политической ситуации в мире, несмотря на экономические санкции и прочие барьеры, которые устанавливаются между государствами, дружба между городами-партнерами и городами-побратимами не прекращается. Люди приезжают друг к другу и продолжают дружить. Это и есть так называемая народная дипломатия, которая помогает сохранить стабильность и накопленное историческое богатство и в постоянно меняющихся внешнеполитических условиях. Мы непременно будем развивать отношения с существующими городами-партнерами и хочу добавить, что уже сегодня мы активно выстраиваем новые. В рамках работы форума у Самары появился еще один, уже 25-й партнер. В феврале Союз российских городов договорился о сотрудничестве с Национальной ассоциацией мэров Южной Кореи. А в день форума подписано соглашение между городами Самара и Тхоньон. Партнерские взаимоотношения открывают большие перспективы для совместных проектов в сфере образования, культуры и туризма. Therefore,
Вместе с этим соглашением я также питаю искреннюю надежду на то, что город Самара и город Хуньон будут продвигать свои отношения и развиваться в этой сфере. А сразу по окончании форума делегация Республики Корея прибыла в Самару, где главы городов обсудили детали сотрудничества и подписали меморандум, открывающий новые пути в реализации взаимовыгодных проектов. Вот такой сборник лучших муниципальных практик издан к проведению форума. Это, по сути, набор методических рекомендаций, как сделать жизнь в своем городе так, чтобы потом стать примером для других. Немало полезного в организации городского хозяйства делегации увидели и в Уфе. Столица Башкортостана реализует 20 успешных муниципальных практик, многие из которых отмечены наградами на федеральном уровне. Город практически полностью избавился от незаконной уличной рекламы и сомнительного толка торговых павильонов. Фасады домов в идеальном состоянии, повсюду цветы. Самара тоже движется в этом тренде. Наша делегация привезла немало интересных проектов в сфере экономики, развития агломерации, культуры. Музыкант с мировым именем, а теперь еще и посол Самары на чемпионат мира по футболу 2018 года Сергей Войтенко представляет культурную самобытность Самары. Неудивительно, что лучший баянист планеты из Самары, где, собственно, и был создан первый российский баян. Кроме того, особого внимания заслуживают аэрокосмический комплекс всемирного значения, статус запасной столицы в годы войны, парад памяти, Грушинский фестиваль и многое другое, что составляет культурный облик Самары. И федеральные тренды. Год культуры, год литературы, год кино. Нам, оказывается, есть чем гордиться. Свыше 1000 писателей так или иначе были сопряжены с этим замечательным городом на Волге. Мы собираемся ставить памятник в следующем году. 120 лет русскому баяну мы собираемся тоже громко отмечать, поэтому приглашаем всех в Самару. Мы собираемся также открыть большую школу искусств, в которой сейчас вот ведется разработка именно программы. Туда войдут и классические формы искусств, и современные формы искусств. Россия – симфония разных традиций и народов, и каждый из них вносит свой вклад в культурное многообразие. По мнению экспертов, это и есть главный фактор величия страны, позволивший России победить в тысячелетней истории. В ближайшие 2 года основным культурным трендом страны станет подготовка к мировому событию – чемпионату мира по футболу 2018 года. За это время города-участники должны преобразиться, и в этом Уфа достойный пример. Здесь дороги, конечно же, лучше. Я думаю, что в Самаре они станут лучше, тем более, что их сейчас начали налаживать, начали строить. Здесь очень хорошо отремонтированы фасады зданий. Это тоже привлекает внимание. Здесь порядок, здесь чистота. Я сегодня, когда ехал сюда в автобусе, я сказал, ну как в Европе. И хотелось бы, чтобы в Самаре точно так же было. Обязательно это нужно делать. Я считаю, что за те 2 года, которые у нас есть до момента большого международного состязания, чемпионат мира по футболу, я считаю, что Самара может и должна стать красивее, комфортнее и лучше. За 3 дня работы форума самарская делегация смогла изучить немало интересных наработок. На площадках работали 12 секций. Самарская делегация смогла изучить пример других городов. Вот сейчас, например, мне очень интересно было услышать опыт Югры. Значит, у нас есть конкурс там добровольцев серебряного возраста, но самих добровольцев, в общем-то, не очень, да? А здесь очень интересная технология. Когда добровольцы, самый молодой доброволец, участвующий в деятельности какой-то, ему не меньше 80 лет. И когда он помогает другим, у него много времени и есть еще силы. Да? Мы привыкли, что наоборот, этим людям надо помогать. А здесь есть технология такая, когда они сами помогают другим. Безусловно, интересный форум. И мы сегодня обменялись практиками муниципальными. И не только представили свою практику, но мы сегодня услышали интересные проекты пермские, Ставропольского края, безусловно, Уфы. И поэтому я думаю, что мы по результатам этого форума еще соберемся и обсудим. Но мысль сегодня, которая прозвучала у всех, она была одна, что в условиях секвестирования бюджетов, в условиях кризиса мы не вытянем социальные проекты без помощи инвесторов и инвестиционных компаний.
Союзу российских городов в этом году исполняется 25 лет, а потому четвертый по счету форум уже назван юбилейным. Все это время организация выполняет стратегическую для страны задачу, распространяя лучшие муниципальные практики, чтобы каждый из городов и районов страны становился еще более комфортным, богатым и благоустроенным, а значит и Россия становилась сильнее. На четвертом форуме лучших муниципальных практик самарская делегация достойно представила свой город, настолько, что прозвучало предложение следующий, пятый по счету форум лучших муниципальных практик провести в Самаре.